Группа кенийских студентов и выпускников Пекинского транспортного университета Цзяотун направила письмо в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. В письме они выразили благодарность за возможность изучения передовых технологий строительства и управления железными дорогами. Спустя короткое время инициативная группа получила ответ. Лидер КНР назвал кенийских студентов и выпускников главными свидетелями, выгодополучателями и строителями дружбы между Китаем и Африкой. Он напомнил, что флагманским проектом торговой инфраструктурной инициативы «Пояс и путь» на востоке континента стала железная дорога длиной 480 километров из кенийской столицы Найроби в крупнейший порт Момбаса. Председатель КНР призвал студентов, которые изучают транспортные технологии, внести свой вклад в развитие сотрудничества между Китаем и Кенией и между Китаем и Африкой в целом.